Сталинград, 1942 год. Леонид Терентьев наверх. Остальные за мной. Лос! Шея! Лос! Линзу! Шея! Все помнят. Снимаем офицеров, унтеров и пулеметные расчеты. Чего-то многовато их сегодня, командир. Если поднимутся, выбиваем особо ретивых. Огонь по моему выстрелу. Работаем обойму максимум 2. И уходим. Все, командир! Белорусочки только не хватает! Олесь уже давно здесь! Как это? Мы сюда столько добирались, а на что сюда по воздуху прилетело? А может и по воздуху. Недаром ее немцы ведьмой кличут. Хекса. Командир! Все на месте, все 9!
Почему не стреляем, а? Чего ждем, а? А это как на охоте. Терпение нужно. Рвем себя раньше времени. Минометчики накроют. А у нас приказ остановить наступление противника на фланге полка. Ага. Уразумел? Отставить разговоры. Угу. Flucht der Scharfschütze. Zurück in die Stellung. Jawohl. Vorwärts!
Platz auf! Du auch! Ich erschieße dich! Du Sacker! Arschloch! Der russische Scharfschütze. Zurückziehen! Schneller! Zurück! Входим. Олеся! Все! Входим в локоть! Быстрее! Быстрее! Пулеметы вдарят! Ливнев. Отстал он, командир. Сейчас прибежит. Бегом, уходим! Отошли, а там как гахнет! Во, повезло, а! Повезло. Я жену чуял. Он все чует. Мы, ребята, за ним, как за каменной стеной. Вояка. Ему бы полком командовать, а то и дивизией. А чего же он не командует тогда, а? Не твоего ума дело. Ну расскажи, а? Расскажи, Микола. Ведь что-то ты знаешь, а? А то от Яшина ничего не добьешься. Ладно. Он на учителя на Кубани учился, но не закончил. По семейным обстоятельствам. Уехал в Воронеж, поступил в военку. Лучшим был. По всем дисциплинам. Любовь у него там была. Дочка начальника училища. Да. А перед самым выпуском раскопали, что у него отец священник. Переполошились. Начальник дочку замуж, ну, а его в самый дальний гарнизон. Потом замяли. Начальник и замял. Даша! 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 Даш, да подожди ты. Послушай, как сердце бьется. Да отстань! Ты чего? Ничего. Руки у вас красивые. Сильные. Слышь, Микола, а ты где служил? В органах, что ли? Откуда ты все знаешь? Да я с ним с Финской воюю. И он тебе все доложил? Дружок его вместе с нами служил. Сокурсник. Дреми
месяца назад как убили. Хороший парень был. А ты балабол. Что? Балабол. Товарищ старший лейтенант, там генерал едет. Бойцы строятся. Отделение смирно. Товарищ генерал. Молодец, Ешь. Здравия желаю. Спасибо, снайперы. Не подвели. Хорошо немцев бьете. Спасибо. Это она фашистского полковника вложила? Так точно. Откуда ты такая здесь? Где так метко стрелять научилась? А она, товарищ генерал, чемпион БССР по стрельбе. На передовую сама попросилась. Мы долго не пускали, но... А почему не пускали? Виноват. Что, боялись, что фрицы засмеют? Молодец, Яшин, что не побоялся девчонку взять. Родители живы? Отца не знаю. А бабушку, маму и брата, когда мы из Минска эвакуировались, бабушка в деревне жила. В это лето к нам погостить приехала. Наш поезд колонны танков расстреляла. Автоматчики добивали. Меня не заметили. Не страшно на передовой? После того поезда ничего не страшно. Только за последние 10 дней, товарищ генерал, она 12 фашистов положила. В основном офицеры и снайперы. Ее немцы ведьмой прозвали. Хекса! Ведьма, по-немецки. Ведьма? Да какая же она ведьма? Эх, девонька, отругать бы нас, мужиков, за то, что ты косы обрезала. Да выходит, нужна ты нам со своим талантом. Товарищ командир, прорыв у Цементного. Товарищ генерал, у Цементного наши отходят. Иди умойся. Благодарю за службу, товарищи снайперы. Служу Советскому Союзу! Поехали. Товарищи бойцы, слушай приказ. За образцовое выполнение боевого задания и проявленный при этом мужество и героизм наградить орденом Красной Звезды старшего лейтенанта Яшина и рядового Микульчик. Всем остальным медаль за отвагу. Ура! Служим Советскому Союзу! Ну, а это вам от меня лично. Ура! Товарищ политрук, а может, вы знаете? Нет, я того. Шальной. Разойдись. Микола, полная? Так. А? Ребята ждут. Я сейчас. Олесь, ты вот что. Самоденец прекращаем. На передний край в одиночку не ходить. Это приказ. От меня теперь ни на шаг. Тебе все ясно? А как же я воевать буду? А вот так и воюй. Куда я, туда и ты. Чтоб в поле зрения. Ой, товарищ старший лейтенант, что, заболели? Отставить юмор. Приказ ясен, боец Микульчик? Так точно, товарищ старший лейтенант. Куда вы, туда и я. А я и не хочу никуда больше.
лучше станет. Солома, когда распаривалась, лежала такая, как свечки восковые. Она меня в печи парила. В печи? Чтоб простуду выгнать. А там темно, страшно, жуть. Я ору, руками машу, плачу. Она меня из печки достанет. А я черная вся в саже, как в Москве. С медом поит. Любишь молоко с медом? Mm-hmm. Я сейчас. Mm-hmm. Олесь, послушай. Уходи с передовой. Хватит, навоевался. Не женское это дело. Людей убивать. Езжай в тыл. А мы тебе письма будем писать. Всем отделениям. Слышишь, Олесь? Вот тебе и красненький. Тихо, жеребцы! Со мной! Куда ты все время смотришь? Посмотри на меня. Я сам стираю, я пироги пеку, я крестиком вышиваю. Да, вот такой у тебя будет муж. Да, да, я вас вышивать. Так. Сейчас сам бат несут, плохо с ним. Снайпер? Снайпер, по нашей душе.
Место, где случилось. Он нас неподалеку от вчерашней точки караулил. Две ложные позиции устроил. Что стоим? За работу! Есть, есть. А в чем дело? Мой приказ никто не отменял. Я осторожно смотрела. Мне кажется, я могу его вычислить. Тебе сказано было. От меня ни на шаг. Я посмотрела, чтобы... Отставить разговоры. Боец Микольчик, за нарушение приказа командира отстраняю вас от снайперской работы. Надолго? Винтовку сдать. Кругом. Марш. А не имеете права, товарищ старший лейтенант. Я здесь буду, все равно, рядом. И ни в какой тыл я не поеду. И писем мне ваших не надо. Я в другой батальон попрошусь. Тише. Политрук топает. Слышь, на левый припадает. И не один. Здравия желаю, товарищ политрук. Здорово. А это что за прелестное создание? Белорусочка. Сколько лет, сколько зим. Ты здесь откуда? Соскучилась по нам? Здрасте. Это не прелестное создание, а боец Микульчик. И, между прочим, снайпер. На сегодняшний день лучший в дивизии. На ее счету без малого уже полсотни фрицев. Ишь ты. Уже полсотни. Немного ли? Только я что-то не понял, товарищ политрук. А зачем нам снайпер? У нас и свой имеется. Это точно, товарищ политрук. Шли бы вы отсюда. И бойцами кульчик с собой прихватили бы. Без вас управимся. Да вы уже шестые сутки управляетесь. А у нас потери растут. Да все командиры и корректировщики. Вы мне когда обещали этого берлинского спеца достать? Виноват, товарищ политрук. Больно матерый попался. Мы его уже два раза кончали, а он все живой. Вчера Сашку Морозову положил. А Сашка, сами знаете, не промах был. Вот я и говорю. У начальства терпение лопается. А от вашей бригады вот только вы и остались. Короче, Яшин, вот я для укрепления напарник, то есть напарница. Так что прошу любить и жаловать. Это приказ комдива. Боец Микульчик, выполнять. Где этот гад окопался? Прямо. Метров 300. Две огромные бочки. Перед передней у основания лист железа. Похоже, там его Лёшка. Лист за ночь сдвинулся. А железо ползает? Еще как. Один вопрос. Как его оттуда достать? Не нравится мне это, Лёшка. Смотрите, товарищ командир.
Яйцо уже курицу учит. Борис. Я? Давай, очкарика. Товарищ лейтенант, жалко? Отставить юмор. Есть, очкарика. Ну, давай. Прощай, браток. Большой театр. Цирк. Без этого в нашем деле никак, товарищ политрук. Только никто не аплодирует. Навскидку бьет без промаха. Специалист. Серьезного отношения к себе требует. Значит, на все про все пара секунд. Товарищ Яшин только на секунду показался и исчез. А вы что же это? Машину завести хотите? Мы ж не автомобилисты, товарищ политрук. И ради бога, не выглядывайте. Праздное любопытство целей – хлеб с маслом для снайпера. Готовы, дядя Микол? В ажуре можно работать. Только учти, на нейтралке мы не одни, видишь, автоматчики забегали. Это им дядя Микола завтрак принесли. Булочки с мармеладом и какао. Вот они и зашевелились. Крысята. Ждем. Солнце ниже будет, он в тени от бочки окажется. Выстрел виднее будет. Зато у вас оптика бликовать станет. Не станет. Если он такой хитрый и опытный, как вы говорите, почему действует так просто? Почему позиции не меняет? Не дурак, Фриц. Правильно, барышня. Но только нас ему не перехитрить. Белорусочка, ты где? Вот дает. Что, Боря? С Богом. С Богом. Дядь Микола, на 3-4. Понял.
что, командир? Приготовились. Командир, можно? Давай. Три, четыре. Ну что, командир? Вроде есть. Ну, молодцы, артисты. А как иначе? С ума спятил! Ничего, ничего, товарищ политрук. Сейчас перевяжем, все будет нормально. Живой? Живой, нормально. Там второй оказался. Лёшка, 30 метров направо, в блиндаже. Он-то и был первый номер. Нет, ты посмотри, командир. Ловили на вспышку, поймали на живца. Ты ёма. А я как чувствовал, что сегодня пригожусь. Только я не понял, что начальству доложить? А так и доложите. Кончили аса. Товарищ Яшин, нужно признать, сделал вас Олесю по всем статьям. Ну и слава богу. Du Hans Wurst, ich habe dir doch gesagt, sie ist ja nix. Я же говорил тебе, Ганс Колбаса. Она ведьма. Боец Микольчик, лично от меня благодарность. Все, политрук, в ажуре. Только мне бы документики этого аса для верности. Дело не хитрое, достанем. Уходим. Ночью обязательно достанем.